Лен, давай перелистнем, давай. Вот так. Опа! Жигулины живут в селе Александровка Кинельского района. В семье растут три лапочки дочки. Теперь родители мечтают еще и о сыне. Мама Юлия рассказывает, живут дружно. Старший ухаживает за младшими сестрами. Жигулины держат хозяйство, огород, а с весны начнут строительство большого и светлого дома. Муж Юлии Сергей, что называется, с золотыми руками. Он кузнец, но только в свободное от работы время. А трудится Сергей в службе соцзащиты населения. С наступлением пандемии все сотрудники привились от коронавируса. Последовать их примеру они советуют и своим подопечным. С благополучателями мы разговариваем со всеми практически лично, да, говоря о том, что это необходимо быть вакцинированными, прежде всего защищая себя, защищая своих близких, защищая своих родственников. Прививку от коронавируса сделали оба супруга. Юле сначала пришлось стабилизировать состояние здоровья, сделать необходимые анализы и только потом пройти вакцинацию. Мы обезопасили свое здоровье. Здоровье своих близких, тех людей, которых мы любим, уважаем, часто общаемся. У нас очень много знакомых, нас очень много посещает людей, как бы бывает в гостях у нас. Вот, поэтому мы себя обезопасили и обезопасили всех своих окружающих. Во время пандемии вопрос детского здоровья приобретает особую актуальность. Коронавирусом заболевают и дети до года. Болезнь представляет большую опасность для младенцев. Вакцинация взрослых пока единственный эффективный способ защитить детей от ковида. Если взрослые вокруг ребенка защищены, под защитой и он. Виктория Шарая, События.